Завтра, 3 сентября, в день города Минска, спасатели устроят для минчан уникальное силовое шоу, которого еще не было в СНГ. Здесь, на площадке возле Дворца спорта, пройдут международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель», в которых примут участие команды не только из всех регионов Беларуси, но и команды спасательных ведомств Литвы и России. Поддержать наших ребят придут силачи Кирилл Шимко и Алексей Шабуня. Приходите, будет здорово!